Друзья, всем привет! Хотелось бы вас ознакомить с еще одним интересным стартапом под названием Global Rate. Мы сейчас находимся на официальном сайте, видим здесь таймер, который указывает на то, что до начала pre-ICO предварительной продажи токенов остается 2 дня и 18 часов. В общем, будет действовать приятная бонусная скидка, мы сразу видим 20%. И хотелось бы вам ознакомительно рассказать о данном проекте, об особенностях проведения токен сейла, о таких бонусах, которые будут действовать, и, конечно же, показать команду и ознакомить с социальными сетями. В общем, Global Rate – это глобальный инвестиционный фонд недвижимости. Какие его особенности? Он будет работать по тому же механизму, что и традиционный рейд. Следующие два аспекта делают его чрезвычайно привлекательной инвестиционной платформой в индустрии недвижимости во всем мире. Это рейд на основе блокчейн. Он будет выплачивать ежемесячные дивиденды всем держателям токенов. По сути, это Global Rate, это первый в истории, основанный на блокчейн, совместный с Шариатом Рейд, который будет запущен на рынке. Он начинается со стоимости чистых активов в размере 75 миллионов долларов США и достигнет 2 миллиардов долларов США к концу третьего года своей работы. Первое ICO состоится с 90 миллионами монет для продажи. В общем, как мы видим, для кого он будет нужен, в принципе, кто будет заинтересован, это криптоинвестор, который ищет стабильные дивиденды ежемесячно и стремящийся инвестировать в недвижимость, используя криптовалюту. Также владельцы недвижимости, которые хотят выйти на рынок ликвидности в криптографическом домене. И Epiphan Rate, которые хотели бы использовать уже установленную структуру блокчейна для входа в криптографический домен. Так что всем рекомендую ознакомиться с информацией. Кому интересна как бы, сфера недвижимости, тем, я думаю, будет полезно прочитать white paper, понять, в чем суть проекта, возможно, проинвестировать, конечно же, на ваш собственный страх и риск. Дорожная карта сейчас у вас на экране, какие планы у проекта мы видим. Как бы основной токен сейл будет в июне 2018 года. И как бы пресейл, я уже сказал, через 2 дня и 18 часов. Не пропустите, отслеживайте информацию, будут действовать очень хорошие бонусы. Кстати, по особенностям токен сейла информация есть вот в начале странички. Смотрите, до 6 миллионов долларов будет действовать 20% бонусная скидка. После чего до 9 миллионов будет действовать 15, потом дальше уже 5, и в конце от 14 до 20 миллионов не действуют скидки никакой. Так что у вас будет последний шанс, чтобы принять участие в продаже токенов. White paper на русском языке, к сожалению, я не нашел, но тем не менее есть англоязычный. Я его оставляю в описании, скачивайте, ознакомьтесь, изучайте все в деталях, чтобы понимать как бы суть проекта более детально, чем я объяснил. Я записываю ознакомительный видеообзор, так как нет детальной информации на русском языке. В скором времени, если она появляется, я запишу более детальный обзор, где мы обсудим все тонкости и детали по данному проекту. Команда есть на официальном сайте, информация о команде. Мы ее сейчас видим на экране. Ознакомьтесь с участниками команды, кто они такие, что из себя представляют, какие как бы... Какой у них уже есть опыт, возможно, в данной индустрии, в криптоиндустрии. Так что по партнерам. Как бы есть партнеры, всем известная Mazix, так что можете ознакомиться с информацией на Bitcoin Talk NN ветке также. И изучить как бы, обсуждения, которые тут есть. Тут их немного, но тем не менее, как бы... Возможно, что-то интересное пишут. Также я оставлю ссылочку на Telegram, где всегда ведется активное обсуждение, где вы можете задавать вопросы, если вас какие-либо интересуют, и вам на них непременно ответят. В общем, если хотите принять участие в баунти компании, ссылочка также в описании. По условиям все понятно, как бы здесь по стандартам Amazix, так что я думаю, вопросов у вас не возникнет. И если возникнут, то пишите, ссылочки также здесь все есть. Кому задавать вопросы. Подписывайтесь на социальные сети, чтобы быть в курсе новостей, которые публикует команда. Также подписывайтесь на Twitter, Facebook, которые я оставлю в описании. В общем, пока что все.
Всем спасибо за просмотр данного видеообзора. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылки в описании. Всем пока.